Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. Прежде я хочу, во-первых, сказать, что все социальные сети, в которых я нахожусь сейчас на данный момент, YouTube в том числе, они находятся, ссылки на все эти социальные сети находятся у меня внизу в инфобоксе. Что такое инфобокс? Это где-то вот здесь вот есть, здесь или здесь есть такая кнопочка, такая стрелочка, вы на нее нажимаете, и у вас разворачивается, это называется описание видео, это называется информационный бокс, да, то есть инфобокс по-другому за это слово меня почему-то тоже ругают, непонятно из-за чего, но на самом деле так называется, и там полностью все описание, я там оставила все ссылки. Насчет Инстаграма, я, как закрыли Инстаграм, я больше не... Точнее, я туда зашла, несколько раз заходила, потому что мне там продолжают писать. Но я не пользуюсь Инстаграмом, то есть я не удалила этот значок. Он у меня есть, но я туда не захожу по несколько дней. Просто мне даже приходит уведомление, кстати, странно. Я не скачивала никакие VPN и не буду этого делать, даже если закроют там YouTube, еще какие-то площадки, да, там, я не знаю, что-нибудь еще у нас тут куча всего, наверное, позакрывают. Я не буду скачивать это. Закрыли и закрыли, все. Я, ну, не вижу смысла находиться на этих площадках, потому что, ну, например, YouTube тот же, да, вот он вообще некрасиво делает. То есть меня он сколько мучил, вот особенно весь прошлый год, извиняюсь, тем, что я там то музыка ему не нравится моя, то еще что-то не нравится, то комментарии, он мне... Заблокировала один раз видео за то, что там кто-то оставил непонятный какой-то комментарий с призывами какими-то, хотя там я не нашла таких комментариев, не знаю. Ну, в общем, все вот это вот, и теперь он разрешает вообще непонятно что показывать другим. Ну, это как бы, знаете, такое, ну, такое, да. Вот. Ну, это уже, как говорится, не мое. Вот. В Инстаграм я могу зайти, да, я могу посмотреть, я туда ничего не гружу, ничего. В общем, Инстаграм, вот... Пока он заблокирован, я там ничего не хочу выкладывать, ничего не буду выкладывать. То есть я есть ВКонтакте. Мне писали о том, что ВКонтакте, ну, там же нужно добавляться в друзья ко мне, проситься в друзья. Я создала там теперь группу. Еще так интересно, кстати, хочу пару слов сказать, что многие там типа, ну вот я добавлюсь к вам в друзья, а вы типа увидите мои фотки. Во-первых, я не смотрю ваши фотографии. Это первое. Во-вторых, вам есть что скрывать? Ну, серьезно, какая-то паника прямо. Не знаю. Ну, в общем, я создала группу, чтобы вы могли туда просто подписаться, никакие запросы у меня не спрашивать. Вот. В общем, все. В общем, короче, все у меня будет в инфобоксе. То есть в Инстаграме мне не надо что писать. Мне там девочки пишут. Я даже вот зашла, и у меня есть уведомления, что мне пришли там, ну, в директ какие-то сообщения, но я не могу зайти в эти сообщения, то есть я не могу зайти в свой директ и прочитать вообще, что мне там написали. Поэтому, если вы хотите мне что-то написать теперь, то есть раньше я площадку Инстаграм использовала для того, чтобы там переписываться, да, с вами. Мне писали в директ, я всем отвечала. Теперь все то же самое, можно только ВКонтакте. Вы можете мне в личные сообщения написать, можете, не знаю, куда-то, ну, в личные сообщения получается, да? Вот, написать все, что вы мне хотите, и вот получается как-то так. Вот, так что вот так вот. Это все, наверное, что я хотела сказать. Да, забыла, девочки, пока начала. Да, и я по поводу рубрики... Готовлю на несколько дней. Я сейчас просто не готовлю на несколько дней. Вот я сейчас достала из морозилки там мясо какое-то, что-то из него приготовила, и все. Закончилось, съели все. Что-то у меня голос садится, надо чай попить. Вот. Достала, приготовила. Ну, как-то так сейчас. Вот такое у меня сейчас настроение. Я не снимаю, никогда не снимала и не буду снимать никакие постановочные видео специально для того, чтобы снять, для того, чтобы загрузить какое-то видео. Нет. Я пошла в магазин, я сняла. Я купила продукты в ленте, я вам сняла, показала. Я наготовила на несколько дней, я вам сняла, показала. Не наготовила на несколько дней. Ну, как бы, и, соответственно, не сняла, не показала. Я даже никогда специально не выставляю. Вот я в одежде все время, вот как я хожу дома, вот такой одежде я вам и показываюсь. Камеру никогда не выставляю из-за этого, кстати, и
То, что камеру выставляют, каждый раз я за это на самом деле ругаю, потому что я то худенькая, то толстенькая. Ну, соответственно, если там как-то... То есть я ее как-то бывает так выставляю, что у меня получаются щеки вот такие на весь экран. То бывает, я так поставлю, вроде такая, ничего, такая худенькая. И поэтому мне часто пишут, то вы поправились, то вы похудели. Я не поправилась, не похудела. Я как была, так и есть. Что-то там на Новый год, вот на праздники там набрала почти 60 килограмм, весила. Сейчас опять 58, 59. Ну, так вот сейчас. Раньше просто у меня было 57, вот. Летом жара, когда была, я где-то до 57, до 56, когда болею. Если вот я простужаюсь, у меня до 56, до 57 вес снижается, потому что у меня обычно болит горло, когда болит горло, невозможно ничего есть. Поэтому я как бы потом обратно он возвращается. То есть, ну, так вот у меня прыгает, то есть, считайте, 58 плюс-минус 2 килограмма. Вот так вот, наверное, может быть, даже не 2, а 1,5 килограмма где-то примерно так. Ну, в общем, ладно, это понятно. Я вам хотела показать, и я сделала заказ на Ламоде. Мне часто пишут, что на Вальберес. Но вы знаете, я посмотрела, во-первых, на Ламоде, ну, все-таки любимый мой бренд. И там, кстати, остался Adidas. Там, ну, наверное, видно какие-то остатки Adidas и не только. Я там хотела себе на лето такой костюм купить. У Adidas такая курточка, такая классная, спортивная, и брюки. Ну, они все-таки качественные вещи, вот эти Nike, Adidas, мне нравятся. Вот. И раньше бы, вот до февраля месяца, я бы этот костюм купила бы, ну, наверное, ну, в районе 5000, за 4,5 бы точно. Сейчас все 10 за него можно отдать. Но эти товары еще есть. Я посмотрела. Вот, я заказала все такое самое необходимое. Я уже говорила, что я особо... Сейчас тратиться не хочу, пока не устаканится все эти цены, все вот это вот не устаканится, я не хочу ничего особого покупать. У меня были планы пальто купить и сапожки купить, ничего не буду, девочки, ничего. И вам тоже советую, не надо сейчас вот это вот бежать, потому что, смотрите, да, доллар упал, вот у кого так же. И многие интернет-магазины мне сейчас пишут на, ну, на электронную почту, да, вот эти письма, там уведомления присылают, что мы там... типа снизили цену, скидки, там тра-ля-ля, тополя. И Sunlight, да, я тоже сейчас Sunlight, я хотела там, я так хотела там одно колечко, девочки, вообще обалдеть, очень хотела. Хотела, чтобы муж мне его на день рождения подарил, это кольцо. Ну, вообще на день рождения я телефон хотела, ну ладно, ну телефон и кольцо, знаете, ничего у меня не слипнется нигде, короче. Вот, и это кольцо стоило в районе 30 тысяч. 29 или что-то такое. Там много всяких камушков. Такое, ну, очень красивое. Сейчас оно стоит 60. 60. Представляете, в два раза поднялась цена. Вообще, обалдеть. Ну, в общем, и я так посмотрела. Там не на все, конечно. Есть серебро, которое не подняли. Ну, подняли цену, но не так сильно. Но я думаю, сейчас все устаканится. Рубль как бы еще больше укрепится. И я думаю, что уже будут немножко другие цены. Ну, посмотрим. Ну, что сейчас. Поэтому я сейчас вообще не дергаюсь. Купила все. Самое необходимое, которое вот, вот сейчас мне нужно детям и себе. Давайте покажу. Самое главное, это я сыну купила футболку Поло. Он у меня в школу ходит в брюках и футболке Поло. У него еще кофта есть, он если прохладно одевает ее, но чаще всего он просто в футболке ходит. В общем, у него порвалась футболка на замену. Всего ничего, осталось ходить, да, там, апрель-май, но... Надо на замену, чтобы стирки была. В общем, вот такая марки Zola. Она идет размер в размер. Немножко ему длинновато, конечно. Но ничего, я стираю. И, в общем, нормально. Нормально. Она свободненько так сидит. Очень хорошая, кстати, хорошее качество. У меня же тут все в волосах. Мне понравилось. Также я сыну купила вот такой набор носочков. Давайте сразу цену скажу, сколько я заплатила. За футболку Поло вот эту я заплатила... 1169 рублей. За вот эти вот носочки 539 рублей. Здесь 7 пар. 7 пар. 6 пар. Да. Извините, да, 6. 6 пар. Это я уже неправильно. 6 пар 539 рублей. Слушайте, вообще красота, да? Меньше 100 рублей одна пара. Качество очень хорошее. Они прям такие плотненькие-плотненькие. Они по качеству очень напоминают носочки из H&M. Очень напомнили мне. Единственное, что здесь такая расцветка. Видите, есть с машинками, есть вот такие. Вот с велосипедами. Вот такие. И вот такие. В общем, ну, слушайте, ему вот в школу под брюки
нормально. Вот в этих, если что, он дома будет ходить. Он хотел у меня всякие разноцветные носки, но как бы в школу не очень, да? Вот. Я ему сказала, возьму тебе такой набор, он по скидкам был. И потом, если что, уже на лето какие-нибудь веселенькие носочки ему закажу. Слушайте, ну очень хорошее качество. Носки прям плотные. Мне кажется, летом даже будет жарко в них. Но они прям очень такие плотные по качеству, реально как H&M. Очень классно. Я очень давно ничего не покупала. И цена хорошая. Так, это я купила, получается, младшему моему сыночку. Вот такие. Ну, он в садик ходит, поэтому можно и такие носочки. Он тоже черненькие. Здесь чисто черные. Come on, написано. О, этот написано come on. А здесь написано дикий рейв. А здесь коллаба. Ну, в общем, такие прикольные детские носки. Так, эта марка у меня была какая? Вот такая какая-то марка. Не знаю, девочки, что это за марка. И носки мне обошлись в 399 рублей. Ну, красота. Так, и себе я заказала нижнее белье. Мне тоже писали на Вальберес, но получается, мне кажется, вот, ну, как бы марки привычные, подешевле, мне кажется. Вот такие вот трусики взяла. Но вот эти я взяла в размере М, потому что обязательно читайте отзывы, девочки. Читайте на Ламоде, если заказываете, читайте отзывы. Там действительно правдивые отзывы пишут. И там писали, что они мало мерят. Я, соответственно, взяла М-ку и не ошиблась. Вот смотрите, я еще вот такие вот взяла. Вот такой марки трусики. Их я взяла S-ку. Вот видите, S-ка написано. Вот я вот так вот приложила, смотрите, S-ка. И вот эти вот. Да? Вот они как раз получаются. То есть это не M-ка, это S-ка получается. Набор из трех вот таких. Хлопочек такой приятный. Он как трикотажный, девочки. Очень классные вот эти. Вот мне они понравились. Значит, вот этот здесь набор был. Три штучки вот такие. Стоил 532 рубля. Вот этот набор из трех штук. Мне кажется, отличная цена. Хлопковые такие классные. Очень как трикотажные такие. Ну, единственное, что они со швами. Видите, такие made in Turkey. О, турецкая. Ой, девочки, вообще, я не знала. Я очень жду, когда турецкие товары придут на рынок в большом объеме. Я буду просто счастливой. Значит, вот такого цвета, потом вот такого цвета, ну, такие чисто серенькие, и обычные черные, да. Они классно сзади вот такие со швом идут. В общем, я люблю такие. Я постоянно в таких хожу. Мне как-то написали однажды, боже, дома ходить в стрингах. Ну, для меня это вообще постоянное нижнее белье. Я другие трусики вообще не люблю. И вот такие вот, тоже они хлопковые. Это получается как типа бесшовных таких вот. Ну, они вроде как и есть бесшовные. Вот так вот выглядят сзади. Три штучки беленьких, и они обошлись мне 598 рублей. Очень классно, мне кажется. Это что, кстати, производство? Сейчас вот, кстати, обратила внимание, что стала смотреть производство. А это Беларусь. Девочки, смотрите. Вообще белорусское белье, мне кто-то писал, что хорошее белорусское белье вверх. То есть лифчики, бюстгальтеры. Да? Вот. Мне кто-то писал, что типа очень-очень хорошего качества. Не знаю, не покупала, но вот возьму эту марочку себе на заметку. Марк Формель как-то называется. Белорусская. Так что все, девочки. Вот. Идут размер в размер. Ну, я так приложила к себе. Я думаю, что они как раз будут отлично. Так что вот такие вот у меня были покупки. В общем, все самое необходимое купила. Все, что нужно. Носки у меня вообще у детей. Это нечто. Они у меня не теряются, девочки. Они у меня стирают их до дыр. Просто. Вот какие бы носки ни были, у меня у старшего стирается пятка, носок. То есть они, ну... У младшего то же самое. Пятка и носок. Они у меня какие-то, как я не знаю. И обувь у них, кстати, летит у меня. И у мужа тоже. В общем, ну ладно. Ну ладно. Правда, они у меня, знаете, такие тоже влюбятся в одно и то же. И ходят, и ходят, и ходят. Это я там по 50 раз на нее меняю. Все, они так и ходят. Так что вот такие вот у меня были покупки на Ламоде. Постараюсь где-нибудь оставить ссылки. Вот. Вот посмотрите, какой у меня хорошенький котик живет. Вот что это он? Что-то настроение хорошее у Касперюшеньки, да? Касперюш, ты хорошенький? Вот он тут у меня. Красавчик. Вот он хороший мой. Вот он мой сладкий мужчина, да?
Кто у мамы такой мужчина красивый? Красивый-то какой. Девочки жалуются, что я тебя мало показываю. Да? Кто красивый? Ой, какой. Посмотрите, какой, девочки. Смотрите, какой я. Вот такой красавец. Боженьки мои. Да? Касперюнечка. Да что ж ты такой красивый. Вот такой вот он у меня. Что ты скажешь? Так хорошо. Так хорошо. Я то ничего не капала, никакую ни мяту, ни валерьянку. Я не знаю, что. У него бывает такое. Весна, скажи. Весна. Красота, солнышко. И что-то так хорошо, скажи. Прям балдеж. Ой, такой. Прям балдеж. Балдежный балдеж. Такой он у меня красавчик. Касперюша. Касперюшенька, ты хороший. Вот такой хороший. Он позавтракал. Немножко подурил, побегал. Туалет сходил. У него все хорошо. Да, Касперюнчик? Ты мой сладкий мужчина, ты какой у меня, боже мой. Да, вот такой он хороший. Такой он хороший. Вот. Снова пришли на Финский залив. Днем сейчас 4 часа уже. Ну как днем, да, 4 часа. Вот. Решили посмотреть, как тут давно не были. Ну как все таять начали, не стали заходить, потому что грязно. Луночка моя. Вот, наверное, ветер. Надеюсь, меня хорошо слышно. Вот, смотрите, он жуська вообще тут. Ей так нравится бегать здесь. Она как этот, как лисенок у меня. Смотрите, какая красота. Вообще, я не могу. Я не могу. Очень красиво. Вот, на лед их не пускаю, мальчишек. Потому что уже нельзя выходить на лед. Ну, песочек уже отмерз, да, Босенька? Босяня тоже тут любит ходить. Жуська бегает. Моим тут. Да, Босяня, что ты тут нашла? Ничего не ешь. То я знаю ее. Да? Значит, свинка у меня. Такой, ну тут всегда ветрено, мне кажется. На заливе всегда ветер. Редко, когда придешь, и ветра нет. Смотри, ветер. Когда на залив идем, мы это теплее одеваемся. Смотрите, какие облака. Классно, красиво. Очень. Там, видать, темно. Там, наверное, или снег, или дождь идет. Здесь вот, там тоже, видите, такое пятнышко темное. Видите? А здесь прям солнце такое, смотрите. Красиво. Красота. Я тут, видите, у нас минус один. Вроде бы солнце, кажется, что тепло. Ой, солнце вообще не может. Кажется, что тепло. На самом деле ветер холодный. Поэтому я так вообще вся одетая, разодетая, как всегда. Вот, меня как-то спрашивали, я надеюсь, что меня хорошо слышно на Финском заливе, как часто гуляешь с собаками и по расписанию или нет. Ну, на неудовольствие моей Боны мы гуляем не по расписанию. Иногда вечером ходим, иногда днем ходим, иногда бывает вообще не ходим. Гуляем раз в день. Ну, мы не то что зимой, недолго на самом деле. Минут 40 час мы гуляем зимой. В такую погоду, когда холодно. Вот. А получается, летом мы дольше гуляем. Часа полтора, бывает и 2 часа гуляем. Бывает и вообще 2,5 нас нету, куда-нибудь уйдем. Гуляем с ними. Гуляем мы не для того, чтобы они сходили в туалет на улице, да, ну, в смысле. А они замечательно все на участке ходят, я потом все убираю. А гуляем мы для того, чтобы, ну, чтобы они прогулялись. В особенности для того, чтобы Бона походила, потому что она не бегает по участку, она не бегает, она владение, дай бог, свои обойдет утром, и все. На этом все, она лежит, там чуть-чуть проковыляла, легла, поэтому гуляем. Что-то гуляла, собачку нет-нет, как бы встретим там. Они пообщаются, в общем, для развлечения. Боня вообще очень, она вот под старость лет, я говорю, вообще, ворчунья под старость лет. На самом деле, 10 лет ее уже будет. Вот, она вообще ворчунья, ей надо все по расписанию.
и не идешь, она начинает ходить, кряхтеть, там, знаете, так вздыхать, ходит такая, да. Ну, гуляем, ну, почему не по расписанию гуляем, потому что бывает дождь, бывает, там, я не знаю, гроза, снегопад сильный, ветер сильный, когда дождь проливной, так вообще не идем гулять, она не очень счастлива, ну, в общем, как-то так, с собаками. Сейчас пришли сюда, они тут побегают, мальчишки мои, сейчас покажу. Сейчас мальчишки все промокнут. Я в воду провалился. Ноги мокрые? Прям полностью. Полностью? Докуда? Ну все, идем домой, да? Я же говорила. Ну вот так вот, все, идем домой. Девочки погуляли на заливе. Все. Нога мокрая, Влад? Внутри мокро носку? Врешь? Врешь ты? Что вы сейчас все мокрые будете? Че? Первый раз, что ли, с вами гуляю? О, вон и куртка мокрая. Сейчас пойду его потрогаю. Если внутри мокрый, что там мы идем? Вот погуляли. Нагулялись. Да, Бона? Скажи, тоже хозяева. Не могут нормально погулять со мной. Вот так вот. Так всегда, на самом деле, у нас. Придем, падут, измажутся. Мокрые станут. Пойдем, носки потрогаю. Слушайте, мокрый. Сейчас домой пойдем. Меня также спрашивали, почему нельзя купаться в Финском заливе. Ну, вроде носки не мокрые. Но все равно сейчас пойдем уже. Так вот, видите, ручеек. Ручеек идет. И это все идет с канав. Вот. Так, ну перестаньте. Вот, все, переругались. Как всегда. Так вот, этот ручеек, это канава. Сток от всех домов. Идет вот в эту канаву, дальше Финский залив, соответственно. А вот там вот стоит дамба, и выхода туда нет практически никакого. Вот. И, соответственно, что? Все, не у всех стоят септики, не у всех все правильно канализация сделана. Кто-то вообще напрямую так с ванной идешь, а там прям пена такая, знаете, с ванной, с раковины. У нас септик стоит. Должны сделать этот канализацию нам центральную, централизованную. Все течет, вот эта вся вода туда. Надеюсь, что будет лучше, когда сделают централизованную канализацию. Не знаю, посмотрим, что будет у нас. Потому что здесь, да, нельзя, вода такая, что нельзя купаться. Ну, соответственно, с города тоже, там же вон город, уже все. Поэтому нельзя, вода очень-очень грязная. Очень жалко, что здесь нельзя купаться. Ну и здесь редко она, это надо прям неделю, чтобы, а то и две, чтобы плюс 30 стояло, чтобы она, вода стала теплой. Это не как Сочи на море. Поэтому, да, вода еще уже устала. Бедняк. Вон Джуська бежит. Джуська. Красотулька. Вон нравится ей бегать. Вот она бегает, а это, видите, лежит. Поэтому надо ее уводить, чтобы она ходила. Она лежит. Пойди, ты что лежишь? Ладно. Еще вот так вот, девочки. Видите, ручеек там копают. Ладно. Пойдем уже. Пока мы тут гуляли, смотрите, что у меня муж сделал. Как это называется? Хачапури, да? Хачапури. Вот такие вот. Сам тесто сделал. И сам начинку. А начинка у тебя сыр, да? Сыр, да. Обычный? Сулугуни и аджарский. Какой? Аджарский. Аджарский и сулугуни. Ой, сулугуни и адыгейский. Адыгейский, вот. И масло, да, сливочное? Да. Вот такие вот у нас булки вкусные. Муж делал. Мужа, кстати, моего теста получается намного лучше, чем у меня. Вообще, в разы. Я не умею с тестом работать, а у мужа вот такая красота получается. Так что будем сегодня булки есть. Такие напек тут. Умничка просто. Он еще как-то у меня делал и яичко сюда клал. В этот раз решил без яичка. Вот так вот просто такие горячие, прям аромат на весь дом. В общем, такая вкуснятина. Ну и на сегодня, девочки, что-то я лохматая какая-то вся, целый день хожу. Ну и на сегодня, девочки, я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, до новых встреч!